Столицу образования Татарская ССР и 75-й годовщине Победы ветераны республики посвятили фестиваль. Отборочный тур 6-го республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» прошел в городском доме культуры 6 февраля. На участие в Заинске заявились 30 коллективов. Это 100 самодеятельных артистов. Мы сегодня будем представлять песню «Великая Победа». Автор Артур Руденко. Нам песня эта очень понравилась, тронула за сердце. Ну, поэтому мы сегодня выбрали именно ее. Наша группа «Росиночка». Представляем группу «Росиночка». Она создана буквально месяцев 8 только. Мы впервые на таком серьезном форуме. Ну, надеемся на победу. Сегодня ансамбль «Росинка» приехал не в полном составе. Из 10 солистов смогли участвовать только 8. Но зато под аккомпанемент заслуженного работника культуры Республики Татарстан. А сегодняшнее вот мероприятие, сегодняшний концерт, он значим тем, что посвящается 75-летию победы над фашистской Германией. Мы произвели песню «Великая Победа». Данный фестиваль, конечно же, проводится в целях сохранения песенного наследия, популяризации народного творчества, организации досуга пожилых людей, поддержки творческой способности ветеранов. В составе жюри известные заинские деятели культуры и искусства. Работа им предстоит сложная, ведь выбрать лучших предстоит по 9 номинациям. Сольное пение, вокальный ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль, инструментальный ансамбль, хоровые коллективы, фольклорные коллективы, поэзия, художественное чтение, хореография, оригинальный жанр. Победители муниципального отборочного тура будут участвовать в республиканском этапе. Елена Маврина.